Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Сергей Руцов. Я барабанщик группы «Бойкот». И сегодня мне принесли очень любопытную штуку. Основа. А вот это самая главная часть. Очень любопытная конструкция, оригинальная, не такая, как обычно, в виде резинки, приклеенной к деревяшке, а ударная часть здесь состоит из натянутой резиночки. Можно даже регулировать натяжение этой замечательной резиночки. Попробуем собрать. Берем шестигранный ключик на 6. И собираем данный замечательный тренировочный ПР. Чтобы стоило ровненько. Очень удачно здесь предусмотрены резиночки на ножках. И, судя по всему, ездить по полу, особенно по ковролину, это не будет. Практически все, что нужно сделать. Дамы и господа, оцените, пожалуйста, уровень звука, который дает данный пэд. Для сравнения, если взять обычный пэд, на котором мы обычно играем, здорово. А по поводу отскока, надо сказать, что он очень реалистичный. Мы специально делали сравнение, как отскакивает палка от этого пэда и как отскакивает палка от пластика бас-барабана. От этого пэда палка отскакивает как от очень низко настроенного пластика бас-барабана, причем большого диаметра. А вот здесь есть такие замечательные контур-гайки и вот такой замечательный болтик. Можно менять натяжение резиночки, если мы хотим совершенно избавиться от отскока, который при игре на педалях нам очень часто мешает. Поскольку есть контрдайк, ничего не расходится. И отскок у нас получился. Хуже не придумать. И это хорошо.